Здравствуйте! С вами программа «Делай деньги» и я, Александр Колесниченко. Изобрел самые первые в истории наушники Натаниэль Болдуин, причем дома на кухне из разных частей телефона. А изобретение это датируется 1910 годом. В начале своей карьеры наушниками пользовались только военные – радисты, летчики, подводники. В массы наушники пошли лишь спустя два десятка лет. Они моментально завоевали необыкновенную популярность среди обычных людей, а с появлением портативных плееров их важность стала трудно переоценить. Еще бы, ведь появилась возможность получать удовольствие от любимой музыки в любом месте и абсолютно не мешая другим людям. Наиболее известный бренд, производящий наушники, Beats by Dr. Dre, зарабатывает более миллиона долларов в год. Имея излишек временно свободных средств, любой обыватель сталкивается с простой проблемой – как заставить свои деньги работать на себя? Для этого вы должны ответить на простых три вопроса. Во-первых, на какой период вы планируете вкладывать средства? Второе, какой уровень риска для вас будет приемлемым? И третье, какой целью вы задались? Или же вы планируете приумножить ваше благосостояние? Или же вы собираетесь сохранить ваше капиталовложение от обесценивания? Таким образом, если вы предрасположены к краткосрочному инвестированию, вам лучше всего обратить свой взор на банковские депозиты. Кроме того, когда вы вкладываете средства в любое банковское учреждение, вы можете спокойно их диверсифицировать. Во-первых, за счет выбора определенной валюты, во-вторых, за счет выбора срока вложения средств. Это могут быть как бессрочные депозиты, так называемые до востребования, а также срочные депозиты, которые минимальный срок вложения от месяца и больше года и на несколько лет можете выбрать вложение средств. Кроме того, вы можете выбрать и отдельные условия вложения. Это с возможной капитализацией процента, с возможным пролонгацией договора, а также с возможным пополнением в пределах срока действия контракта вашего депозита. Если же вы заранее планируете использовать долгосрочную перспективу, тогда вам необходимо обратить свое внимание на золото, а именно инвестирование в банковский металл, в банковские золотые слитки. В первую очередь преимуществом такого инвестирования является его долгосрочный характер. Доказано, что в предыдущие 10 лет золото в своей стоимости возросло в 5 раз. Но в краткосрочных периодах золото неизменно демонстрировало временные ценовые оттоки назад. Поэтому те, кто собираются приумножать и сохранять свой капитал, необходимо запастись терпением. Кроме того, аналогом приобретения золотых слитков для вас будет вложение средств на депозиты в золоте. Основное правило, которое вы должны запомнить – минимальный взнос на такие счета является 50-100 граммов, что уже для простого обывателя иногда составляет проблему. Кроме того, необходимо помнить, что данный вклад не гарантируется фондом гарантирования вкладов физических лиц, что также, возможно, отталкивает потенциального инвестора финансирования на депозиты в золоте. Но при этом золото все-таки в первую очередь наиболее надежный и ликвидный инвестиционный способ сохранения своих капиталов. Поэтому тоже его необходимо учитывать и не сбрасывать со счетов. Самый популярный фастфуд – пицца – имеет один существенный недостаток. Чтобы полностью вкусить все ароматы, желательно кушать ее горячей. Но не всегда рядом есть пиццерия, а курьер привозит уже холодную. В таком случае идеальным будет решение – пицца, приготовленная у вас под домом. Пиццерия на колесах принимает заказ по телефону или через интернет, приезжает по заданному адресу и готовит пиццу. Клиенту остается только забрать свежайшие продукты с фургона. Расходы на оборудование одной машины и первоначальную закупку продуктов составят не более 40 тысяч долларов, а купить себя такой бизнес сможет уже через 3 месяца и может приносить от 5000 гривен прибыли. Партнер программы – Харківський інститут фінансів. –
Сегодня мы говорим о бедности и богатстве. У нас в гостях Владимир Шаверин. Здравствуйте, Владимир Айзекович. Добрый день. Владимир Айзекович Шаверин родился 2 мая 1951 года. Координатор Академического центра экологии и безопасности жизнедеятельности. Академик Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности. Президент Ротари-клуба Днепропетровск. Тренер по развитию личности. Бизнес-консультант и бизнес-тренер. Автор и ведущий циклов программ «Свой взгляд», «Ротари-ротарианцы» и многих других проектов творческого объединения «Колес ТВ». Владимир Айзекович, скажите, пожалуйста, есть много способов привлечь деньги, вот, магические, ритуалы различные. Ваше мнение и ваши советы, надо ли этим пользоваться? Очень хороший вопрос. История человечества неразрывно связана вот с поисками неких эффективных способов и методов привлечения денег к человеку. Начиная от философского камня, который позволяет все превращать, так сказать, в золото, кончая теорией... Нет. Кончая, будем говорить так, методиками фэн-шуй, различного рода шаманскими методиками, ритуалы. Даже сегодня существуют практики неких телесных упражнений. А то есть и такое есть, гимнастика для денег. Вопрос опять заключается в том, как я к этому отношусь. Я отношусь к этому с большим уважением. Раз. Из такого разнообразия количества способов каждый человек может выбрать что-то для себя. И они, опять-таки, для кого-то они работают. Для кого-то они не работают. Это как лекарство. Если более 60% выздоровления, значит, лекарство действует. Я по этому поводу хочу сказать следующее. Вот смотрите, все эти способы, ну, наверное, вот за исключением фэн-шуй, когда используются какие-то предметы, талисманы там и прочие вещи. Лягушки такие. Хатечики. Они связаны с тем, что человек во время проведения этого ритуала приходит в так называемое измененное состояние. И вот как раз эти поиск того измененного состояния, которое способно облегчить приход к человеку энергии денег, которые потом материализуются в виде монет, купюр и банковских счетов, вот это тоже одна из, будем говорить так, ну, сверхзадач, которые перед собой люди давно уже ставят. Я хочу вот от всего этого многообразия перейти к простым, очевидным, доступным каждому человеку вещам, которые не назовешь ни ритуалом, вроде бы, ни молитвой, ни прочими какими-то вещами. И эта штука называется, этот способ, ведение бухгалтерии. Ведение домашней бухгалтерии. Запись прихода, расхода, анализ всего этого хозяйства. Работа с бухгалтерией – это напрямую работа с деньгами. То есть деньги, как домашнее животное, требуют себе внимания. С точки зрения вот как раз этой домашней бухгалтерии, что получается? Вроде бы простая вещь. Как Марк Твен говорил, нет ничего проще, чем бросить курить. Тысячу раз уже это делал. У меня тоже были попытки не единожды начинать учитывать. Вопрос заключается только в том, а что человек, который ведет домашнюю бухгалтерию, видит в этом действии? Что для него это действие означает, ведение домашней бухгалтерии? Если просто записи, если просто цифры, если просто подсчеты, ну это утомительное, требующее много времени, внимания, памяти, еще чего-то дело. Как правило, позанимавшись этим какое-то время, люди бросают. А вот когда мы объясняем, что ведь у ведения бухгалтерии, кроме прикладного смысла ведения денег, есть еще смысл эзотерический, своего рода духовный. С точки зрения энергоинформационных обменов, это постоянно действующий центр притяжения денег. Простой момент, если я хочу взаимодействовать с деньгами, а мы с вами знаем, что деньги это цифры, 24 часа в сутки в цифровой форме думать о деньгах, так сказать, и взаимодействовать с ними, с одной стороны это утомительно, с другой стороны
ты становишься совершенно некомфортен для окружающей среды. Наши руководители должны по-другому относиться к бухгалтерам, которые читают эту мантру? Конечно, конечно, конечно. Главное, чтобы сначала бухгалтер начал к себе относиться таким образом. И с этой стороны надо брать бухгалтера на работу. И... это та ситуация, когда нужно людям просто объяснять, разъяснять эти вещи. Спасибо, Владимир Айзекович, за интересную беседу. Мы продолжаем. Промышленный дизайнер Джош Ренуфа разработал будильник, который не только выполняет свои привычные функции, но и способен сварить кофе. Мини-кофеварка оснащена таймером, поэтому с утра в указанное время начинает самостоятельно варить кофе. Эндрю Лизевский из США придумал одноразовый карман, который изготовлен из ткани и имеет клейкую основу с трех сторон, что позволяет крепить его на любую одежду. В этом кармане можно хранить множество полезных мелочей, от ключей до кошелька. Экономия пространства – отличительная черта Японии. Неудивительно, что именно здесь был изобретен капсульный отель. Он состоит из горизонтально расположенных ячеек и общего душа и кухни. Особенной популярностью пользуется на вокзалах и в аэропортах. Сергей Брин – легенда компьютерного бизнеса, сооснователь и президент компании Google Incorporated, миллиардер, ныне один из самых богатых людей Америки. Брин – русский, впервые названный газетой «Таймс» человеком года не как актер, политик или олигарх, а как математик, прославившийся на весь мир творением собственного ума – поисковой системой Google. Сергей Михайлович Брин родился в Москве, но в школу пошел уже в США. Иногда ему становилось скучно, ведь там так примитивно преподавали математику, и программу с лихвой дополняло домашнее обучение. Родители всячески поощряли интерес к вычислительной технике, и уже в 9 лет Сергей обрел компьютер. Этим и определилась его судьба. Красный диплом бакалавра по специальностям компьютерной системы и математика плавно перерос в диплом магистра. Уже во время обучения в университете Сергей активно занимался поисковыми системами на пару со своим другом Ларри Пейджем, который в будущем станет сооснователем Google. В январе 1996 года друзья в процессе написания докторских диссертаций приступили к разработке новой поисковой системы. Комната Пейджа в общежитии служила центром обработки данных, комната Брина – деловым центром. Попытки продать идею не увенчались успехом, и тогда Сергей принял решение. Они создают свою компанию. Так и появился на свет Google. Брин занимался поиском инвесторов, и его настырность шла только на руку компании. Уже в 1998 году Google стала одной из лучших поисковых систем в интернете. Способность Сергея мыслить нестандартно помогла компании выжить в кризисный период для интернет-компаний. Вместо того, чтобы распродавать акции, они усердно трудились над качеством исполнения. Забота о сотрудниках – еще одно известное качество Сергея. Google уже 2 года занимает первое место в рейтинге 100 лучших работодателей США по версии журнала Fortune. Сергей Брин стал миллиардером только благодаря своей невероятной трудоспособности и любви к своему делу. Высокий спрос на специалистов в области химии показывают энергетические, фармакологические, металлургические и медицинские компании. При всей сложности предмета именно химия открывает перед будущим профессионалом широкие перспективы. Политика, направленная на повышение рождаемости, приносит свои плоды. Количество первоклассников с каждым годом увеличивается. А вот учителей катастрофически не хватает, поэтому именно учитель младших классов становится одним из востребованных специалистов. Транспортные потоки, информационные ресурсы, распределение материальных запасов – любая из этих областей требует присутствия логиста. Для специалиста по логистике очень важны аналитические способности, системное мышление и быстрота реакции. Люди этой профессии занимаются созданием нанороботов, минималистичных микросхем, инженерией на атомном уровне. К
сожалению, довольно сложно найти учебное заведение, в котором нанотехнологиям обучают на достойном уровне. Младший медицинский персонал крайне востребован в государственных больницах и в частных клиниках. Сегодня возраст работающих медсестер стремительно приближается к пенсионному, и на рынке очень не хватает молодых специалистов. Однажды мудрому царю задали вопрос: кому из людей ты пожелал бы в первую очередь поумнеть? Он ответил: моим врагам. Замечено, что умные, задумав злое, очень редко выступают в поход. Глупых же ничего не останавливает от безрассудных поступков. В следующем выпуске вы узнаете, как заработать, принося радость окружающим. В рубрике «Личное дело. История успеха миллиардера-филантропа Эндрю Карнеги». Как появилась зубная паста? Наша рубрика «История бизнеса». Зачем покупать золото и куда выгоднее вложить деньги? В рубрике «Институт финансов». Вас ждут поучительные притчи, интересные гости студии и, конечно, новости. Будьте успешны! Смотрите программу «Делай деньги» с Александром Колесниченко. Это была программа «Делай деньги». И я, Александр Колесниченко. Оставайтесь с нами. Удачи вам!